ГТРК «Волга» снова бренд года. Наша телерадиокомпания в числе финалистов престижного регионального конкурса в сфере продвижения бизнеса и продукта. За преданность делу не только награда, но и признание зрителей. Церемонии награждения. Марина Тимофеева. Бренд года вновь окунает в атмосферу стиля и качества. Церемония роскоши и блеска начинается. Зал заполняется теми, кто создает уют и связь со своими клиентами. А именно здесь лучшие из лучших получат свои награды. Дипломы подписаны, подарки собраны. Номинантов по традиции выбрали сами потребители. Для этого открыли онлайн-голосование. Выборы лучших поистине народные. Первые годы мы здесь небольшим охватом онлайн-голосования проводили дополнительные. Еще и офлайн голосование в торговых центрах, супермаркетах, там, где люди встречаются с брендами, то последние годы уже мы не прибегаем в офлайн голосование, поскольку онлайн голосующих достаточно, это десятки тысяч ульяновцев. Именно участие в конкурсе – это еще раз возможность заявить о себе и укрепить свои позиции. Они помогают людям строить дома, устраивают им путешествия. Решают их юридические и финансовые вопросы, держат их в информационном поле. Около 30 компаний в числе победителей кто-то на сцену выйдет не в первый раз. Для меня это признание самой себе, что все-таки я не зря приношу радость и уют в дома людей. Люди наши все. Наш бизнес знают, его уважают, его предпочитают и выбирают. И вот она, кульминация яркого вечера. Все с трепетом ждут объявления итогов. И только легкий джаз снимает напряжение. На сцену одним за другим выходят те, кто своим честным трудом получает тот самый народный диплом. За преданность делу приглашают и нашу телерадиокомпанию «Волга». Большое спасибо нашим телезрителям, что вы выбираете нас каждый год в номинации «За преданность делу». Действительно, мы настолько преданы. И в жару, и в холод, и в дождь, и в снег, и в гололед, и на крышу, и в подвал, и на полигон. Статус лучшего и народное признание – это только начало пути каждой компании. Ведь удержать марку – это нелегкий труд. Наша компания прошла взлеты и падения, и наш опыт дает нам сегодня сказать только одно – мир нам покорится. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.